Ребята, хочу показать вам, как бы правильно сказать, как называется, когда это человек удивлен. Когда... Как сказать, удивление нет, свое. Нет, показать. Не то, что даже удивление, ребят. Я хочу просто показать... Возмущение. Возмущение. Вот смотрите, я открыл приложение «Одноклассники». Ага, мне говорят, обновилась политика там конфиденциальности, 30-е, можете почитать, да, как бы, вот смотрите, пожалуйста, обратите внимание, что мы обновили нашу политику конфиденциальности, нажмите принять, я хочу почитать. Не слово по-русски. Политика. Мы живем в России. То есть, российский сайт. Да, Mail.ru, они обязаны были перевести на русский язык, читабельным для меня. Но Mail.ru не хочет этого делать. Я не просто удивлен, я ошеломлен. Возмущен. Просто жопа какая-то. Как вы считаете? Напишите в комментариях, это правильно, нет? Одноклассники, как всегда, тупят. Ну, помимо этого, ребят, у нас была... Ну, вот я нажму принять. Сейчас, чтобы... Минуточку буквально. Вот у нас есть в Одноклассниках группа. Вот такая вот. Она была подключена к партнерской программе Одноклассников. Они сами как-то нас подключили, начали платить деньги. Ну, от чего, в принципе, мы не отказались. Но они размещали рекламу здесь автоматически. В итоге, там, полгода программа у них поработала, потом они начали отказывать всем. Причем без уважительной причины, они прям так прописывали. И все равно засранцы начали размещать рекламу. Они сейчас рекламу размещают, но бесплатно. Короче, для нас. Для себя-то понятно. Вот, что... реклама их не крутится. Короче, суть в том, что, ребята, Одноклассники – это вот такой показатель российского бизнеса. Короче, что хочу, то и ворочу. Чем отличается, вот почему в Одноклассники никогда не будут похожи на YouTube? Они же хотели сделать наподобие что-то YouTube, там канала 30, почему это будет никогда не похоже? Потому что YouTube — это американская платформа, где они поддерживают людей, чтобы люди развивались, чтобы люди развивали их площадку и тому подобное. Но когда получается, они хотят, чтобы люди заливали и при этом, чтобы люди ничего не зарабатывали, это полный бред, ребят. Никогда так не получится. Маринка снимает так, как хочет. Это еще один тип из России. Человек. Ладно, короче, ребята. Просто вот так, такой коротенький ролик, что Одноклассники — это, блин, ну это натуре Одноклассники. Они где-то застряли, где-то там. И чудят. Делают, что хотят. У них постепенно аудитория отходит, а они все дальше чудят. Пока.